Всем доброго времени суток, Bitcoin Cloud Mining Center снова рад приветствовать вас на своем официальном канале. Сегодня у нас на обзоре проект Colobit, и данный проект предлагает нам к рассмотрению три тарифных плана. И чтобы изучить более подробно, перейдите по ссылке, ссылка будет внизу в описании к видео, или со страниц нашего мониторинга, и изучите данный проект. Итак, смотрим, три тарифных плана, 115% всего, минимальная сумма инвестиций 300 тысяч сатош и максимально 50 битков через 15 дней. Выплаты инстант. Второй тарифный план, на мой взгляд, самый оптимальный, это 201% всего. Тарифный план работает 40 бизнес дней, минимальная сумма инвестиций от 300 тысяч сатош и максимальная до 50 битков. Начисления по данному тарифному плану ежечасные, 0,21% в час. Выплаты инстант. И третий же тарифный план, 360% всего, на 3 месяца, минимальная инвестиция от 300 тысяч сатош до максимум 50 биткоин. Ежемесячная доходность 120%. Выплаты инстант. По всем тарифным планам выплаты инстант. Дабы более подробно ознакомиться с нюансами данного проекта, перейдите в раздел FAQ и изучите более подробно ответы на интересующие вас вопросы. Исходя из данного раздела, мы видим, что компания официально зарегистрирована. Минимальная сумма инвестиций 300 тысяч сатош, это то, что нас может интересовать основное. Компания работает только с биткоином. Минимальная сумма на вывод 300 тысяч сатош и все выплаты инстант. В данном проекте также присутствует реферальная программа, которая предлагает нам 12% дохода от рефералов первого уровня, 2% от второго и 1% от третьего. То есть приглашать данную компанию партнеров довольно-таки выгодно. Также на главной странице есть калькулятор доходности, по которому вы можете рассчитать предполагаемую прибыль. И после принятия инвестиционного решения в верхнем правом углу нажимаете кнопку Sign Up, заполняете все регистрационные данные, ваше имя, никнейм, пароль, подтверждаете пароль, e-mail, подтверждаете e-mail, вводите биткоин-адрес, на который вы будете выводить заработанные средства, соглашаетесь с условиями и рисками и нажимаете «Зарегистрироваться». После чего вы можете войти в свой кабинет по вашей учетной записи. Я же войду в свой и продемонстрирую вам весь функционал кабинета. На главной странице кабинета сверху дублируется меню самого проекта, а слева находится меню вашего аккаунта. На главной же странице отображается вся финансовая информация по проекту, а именно ваш аккаунт-баланс, всего заработано и активный депозит. Еще чуть ниже статистика, последний депозит, всего депозитов, последняя выплата и всего выведено с проекта, именно по вашей учетной записи. После принятия инвестиционного решения, для того чтобы сделать депозит, вам необходимо нажать слева в меню Make a Deposit, или данная вкладка дублируется на главной странице. Нажимаем «Сделать депозит», выбираем тарифный план, например, с ежечасными начислениями, и смотрим. Уже в кабинете данные три тарифные плана, которые прописаны на главной странице проекта, квалифицируются уже исходя из суммы инвестиций. Первый тарифный план и второй без изменений от 300 тысяч сатош. Третий тарифный план с почасовым начислением, как вы видите, от 300 тысяч сатош 0,17% начисления. Если же ваша инвестиция составит от 2 биткоинов 0,19% в час, и соответственно, если ваша сумма инвестиций составит от 5 битков, соответственно 0,21% в час. Выбираете тарифный план исходя из суммы предполагаемой инвестиции, опускаетесь чуть ниже, вставляете сумму предполагаемой вами инвестиции, выбираете инвестировать с биткоин кошелька, нажимаете кнопку spend, и после чего для вас будет сгенерирован биткоин адрес, на который вам необходимо перевести сумму предполагаемой инвестиции. То есть на этот биткоин адрес отправляете ту сумму, которую вы указали в заявке. Средства на ваш аккаунт поступят после 6 подтверждений биткоин сети. Во вкладке «Депозитная история» будет отображаться сумма и количество ваших депозитов. Во вкладке «Депозит лист» отображается более подробная информация по вашим депозитам. Для того, чтобы вывести заработанные средства с проекта, вам необходимо нажать «Withdraw money», выбрать сумму, но не ниже 300 тысяч сатош, при желании оставить комментарий, нажать кнопку Request, и средства автоматически будут отправлены на ваш биткоин кошелек, который вы прописывали при регистрации. Все выплаты с проекта инстант.
Но время поступления средств на ваш биткоин кошелек зависит от нагрузки биткоин сети. Во вкладке Earning History будет отображаться история всех начислений. Как вы видите, нашим мониторингом сделан депозит на тарифный план почасовый. И ежечасно приходят начисления на аккаунт. По вкладке Withdraw History отображается вся история по выплатам. Ну и во вкладке Referral List и баннера отображается партнерская программа и промо-материалы. При необходимости во вкладке Account Setting вы можете настроить вашу учетную запись. В рамках тестирования данного проекта нашим мониторингом внесена сумма в размере 4 600 000 сатош. И отслеживать статистику по платежеспособности данного проекта вы можете на странице нашего мониторинга в соответствующем разделе. Также рекомендуем вам зарегистрироваться на мониторинге, дабы иметь возможность оставлять комментарии, включать уведомления о смене статуса тех или иных проектов и получать рассылку по всем актуальным инвестиционным программам. Ну а мне лишь от имени администрации мониторинга остается вам пожелать огромных заработков и до связи в следующем видео.